друзья, всем добрый день. Сегодня 8 июня 2020 года. Мы находимся в Приходском саду, декоративном, ботаническом, но эта часть такая вот очень обыкновенная. И здесь я задаюсь вопросом, как можно выжить вообще в нашей полупустыне. Здесь когда-то давно были высажены вот эти большие акации. Там на дальнем плане это орех такого среднего возраста. Это же место, где мы посадили новые растения. Цугу канадскую. Кипарис пирамидальный. Вот я туда уже не пойду, поэтому приближу. Вот эти акации, вероятно, высаживались где-то в 60-е, 70-е, 80-е годы. К сожалению, не осталось свидетельств о том, как это делалось. Но это, пожалуй, единственное местечко в этом нашем саду, где можно сказать, что вот находишься как в лесу. Березы также у храма посажены с южной и северной стороны, по две березы. Ростом мы так вычисляли где-то приблизительно 13-14,5 метров. Сегодня 1 апреля 2020 года. Мы находимся у Покровского храма села Качкаровки. И сегодня мы второй день уже пытаемся раскопать вот эту маленькую сосну. Это могила отца-строителя храма, отца Ильи Глядковского. Вот таким образом проводим работы. Почему? Потому что уже сосна так сместила свое положение, накренилась, что уже она вышла на заборчик вот этот с калиточкой, со крестом. И, ну, так думали, вот сосна к солнцу тянется, там солнце, там восток, Днепр. Но на самом деле, вот рассматриваем эту корневую систему, да, эта корневая система в основном чужая. Здесь находится большая акация, от которой эти корни и исходят. Давайте на них посмотрим. Вот идет корень от акации. Вот он пошел сюда. Часть пошла сюда вниз. Часть пошла сюда дальше. Вот там перекручивается. А вот этот корень выходит снизу. Это этот же самый корень продолжения. И вот он обкручивается прямо вокруг сосны. Ну, таким образом, можно сказать, что акация корнями пытается душить своего конкурента, который находится со стороны как раз солнечной. Вот стволовой корень, видим, он очень-очень слабенький, очень маленький этот корень. Вот, и хотя уходит, ну, более-менее глубоко, но, конечно, этого недостаточно, и поэтому сосна развила здесь горизонтальную корневую систему, подпитываясь, конечно, снизу. А акация со всех сторон души. Вот это именно место, где мы выкорчевали, ну, пересадили, попытались пересадить сосну.
как видим, здесь пошли отбиваться кустики акации от этих корней. Их надо будет удалять все. Вот, эта яма еще, вот ее не закрыли. И вот видно вот эти корни, которые оплелись вокруг сосны. Но там еще и камни были. То есть шансов не было. А сосна, видите, она закрывает вход на могилку строителя храма отца Ильи Гладковского. В это же время мы пересаживали другую сосну в таком же достаточно проблемном месте, и та другая сосна еще осталась живой. Здесь еще две сосны также посадили довольно близко. Видим, рост они, прирост они имеют совсем небольшой, но, по-видимому, там также проблема то ли с корневой системой акации, вишни, вот, ну или грунты также. Вот здесь очень такие нехорошие. Но, тем не менее, сосна растет. Растет. И я думаю, что будет расти.